Мы сняли, мы прибежали домой. И пошел снег. Вот он, снег в Иерусалиме. Он, конечно, не ложится. Не ложится почему? Потому что слишком тепло. Плюс 3, наверное, где-то градуса. Но, тем не менее, это снег. Красиво, Руня, снег. Дорогие друзья, в Иерусалиме идет снег. Самый-самый настоящий снег. Осторожно. У нас идет снег. Еще какой. Самый, что ни на есть, снег. У нас зима. Мы не утерпели и вышли на небольшую ночную прогулку посмотреть на снег. Вот он, старый город там впереди, Явские ворота. Ну, наверное, утром снега будет еще больше, будем на это надеяться. Вот такая у нас радость в Иерусалиме. Проснулись мы, и снег. Но вообще-то он еще пошел с вечера, вчера со второй половины дня. И за ночь тоже нападал. Вот у нас такие дела. Машины под снегом. Россию этим не удивишь, но для Иерусалима это чудо. Такое у нас бывает только раз в несколько лет. Конечно, под ногами каша, потому что на улице плюс 1. Чуть-чуть бы мороз, был бы лед. На Иерусалимских горах дети катаются с горки. Напоминает картины Брейгеля. Вот так все преобразилось, невозможно узнать.